Это Джер. Ну, Град Ревьюв. Ну, Великий Обзор. Это, по-моему, лучше. Что случалось с тобой? Всем привет, друзья, мальчики и девочки, а также их родители, бабушки, дедушки, кошечки и собачки. И вот что я думаю. Новости. Новости про моего любимого, я надеюсь, вашего тоже, Николаса Кейджа. Значит, новость, ну, как сказать, не новая, она уже довольно-таки старенькая, 16.11.2019, но все же я решил ее озвучить. Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа. По-моему, здесь двухсмысленно, тавтологично, как-то сюрреалистично, сюр. Что-то как-то... Чего? Хочется так сказать. Но давайте почитаем. Переговоры о запуске в производство драмы под названием «Невыносимая ноша огромного таланта» находятся на финальной стадии. Передает The Hollywood Reporter. Главного героя Николаса Кейджа сыграет сам, догадайтесь, кто? Правильно, Николас Кейдж. В фильме будет два героя – современный Кейдж и версия 1990 года. По сюжету Кейдж отчаянно пытается получить роль в новом фильме Квентина Тарантино. Персонаж Кейджа также находится в долгах и вынужден появляться на вечеринке по случаю дня рождения мексиканского миллиардера. Ну, казалось бы, да? С наистами выступили Том Гормикен и Кевин Эттен. По данным источников, сам актер прочитал сценарий и позитивно принял идею. Друзья мои, это Ники, это Николя, как еще называют его, это Коля, это Николас Кейдж. Друзья мои, ну вот кто бы как не сам Николас Кейдж сыграл бы Николаса Кейджа. И если бы еще был бы сценаристом Николас Кейдж. По-моему, сегодня в этом видео очень много Николаса Кейджа, не правда ли? Так это же и хорошо! И за это мы его любим. Больше Ники. Друзья мои, ну что тут можно сказать? Новость замечательная. Как всегда, просто блеск. Ждем, будем ждать, и, по-моему, это будет шедевр. Почти как очередной шедевр Николаса Кейджа. Друзья мои, напоминаю, что... Да сколько ж можно напоминать? Вы сами прекрасно все знаете. Но напомню, для новых и уже... И уже, так сказать, свежих подписчиков канала Great Review, что на канале, к сожалению, монетизация отключена, но любая помощь от вас только приветствуется. И только развитие канала. И да, друзья, вы молодцы, я хочу поздравить вас и себя прежде всего. 1000 просмотров уже на канале есть. Осталось 3000 суммарного времени, и можно уже подключать партнерское соглашение. Это все благодаря вам, друзья, и только вам. Поэтому канал благодарит вас за все вышесказанное. Все, друзья, лайк, дизлайк, подписка, колокольчики, конечно же, больше просмотров. И мы тогда начнем зажигать по полной. Что я думаю, Джер Аджилс?